Так, розповідай, Надюш, для кого альбом, хто сьогодні до нас прийде? Давай. Гриша, ну ти не дочекаєшся, що от зараз я тобі скажу ім'я цієї людини. Я знаю давно. Я трохи пограюся. Перша підказка. Ця дівчина свого часу взяла участь у Євробаченні. Пугачова. Дівчина, ну звичайно. Коли Пугачова була на Євробаченні, вона була вже жінкою. Добре, добре, давай ще підказочку. Ну я не можу згадати одразу. Вгадати. Така невисокого росту. З нею у колективі ще була одна дівчинка. Так, може Злата Огніч. Григорію. Ну, колись дует, може, був. Тебе вона що, температура? Ну, а хто вже, кажи, температура. Ну що, ви готові почути це ім'я? Гришу? Так, я готовий. Юлія Волкова. Ах, татушка, я сошла з ума. Слухай, давай, може, я їй покажу твій альбом? Ні, ти, ну йди, добре. Але повертайся. Гришу, ну, не знаю, може, ми відродимо групу тату і будемо втрьох співати. Тетя Надя і група тату. Ой, чекаю вас, тетю Надю. Дивіться. Вот она, красота. Привет, Юленька. Привет, в красном платье. Да. Такая новогодняя. Красная на красном. Да, такая новогодняя. С приездом тебя, во-первых. Спасибо. Слушай, Юль, прежде чем мы начнем с тобой разговор, вот, мне позвонили, говорят, вот будет Юля. И я вспоминаю, что у меня в альбоме. Юль, серьезно, я не смогла сдержать ее. Еще фотографии я не смогла принести, потому что я так приклеила. Я альбом принесла, потому что я намертво приклеила эти все фотографии, но того времени, виагровского своего. Вот, пожалуйста, тоже покажите нам. На секундочку буквально. Смотри. Слушай, офигеть. Виагра в составе Алена Винницкая, Анна Седокова, Надежда Грановская. Мы тут такие маленькие, обалдеть. И вы. Это, по-моему, это где-то лет 10 назад. Мне тут сколько лет? Лет, наверное... Наверное, 16-17. Начало, чуть ли не начало. Начало карьеры. Такая память у тебя. Вот так вот, да, представляешь? Такой сюрприз. Вот я помню, что мы на каком-то были совместном концерте с Алянкой, вот мы вместе... Там выступали. Ну, так прикольно такие вещи хранить. Ты же проходит год, да, и вот так, да, вот. Да, 10 лет назад, встретились. Можно вот себе представить. Так что у нас сегодня дебют, можно сказать. Мы 10 лет не виделись. Юль, проект «Танцуют все». Скажи, пожалуйста, это твой первый проект вот такой танцевальный? Или ты когда-то принимала участие? Честно скажу, танцы были, конечно, в моей жизни в Непоседах, вот в детском кафе в Москве. Да, у нас там был эстрадный танец, классический станок. Потом первый альбом с тату. Собственно, у нас весь был с балетом. Все эти наколенники, постановочные вот эти все там совместные, да, да, все, да, эти, да, номера. После этого как-то вот моя жизнь не была связана с танцами. А здесь как-то вот так вот позвонили, пригласили на один номер. Я, конечно, сначала так, мне это было как-то, думаю, блин, надо все это учить и не подвести партнера. Вспоминать. И все это как-то, все это так переживательно было. Я когда приехала, и мне так, ну, значит, смотри, садись. Вот, 5 минут вообще станцуешь легко. Выходят хореографы, там пируэты, вот сальты. Вот. Я сижу, говорю, в смысле? Я подхожу к своему директору, я говорю, слушай, может быть, мы все-таки в Москву поедем? Мне кажется, я вот, ну, я не смогу до пятницы, потому что, ну, все это как-то, ну, все очень сложно. То есть, получается, у тебя совершенно немного времени. Пять дней. Вот с понедельника, вот, да. Я переживала, Паш, не столько за себя переживала, столько как за своего вот партнера, с которым я должна была подвести вот его. То есть я должна была выйти и сделать все это. Все это, конечно, было вообще вот так вот. Все это второй день, третий. Ты знаешь, под 4-5 дней как-то я уже раскачалась. Я уже как-то выходила так смелее. Мне даже казалось, что я уже не такая деревяшка. Но, в общем-то, я тебе скажу, что я кайфанула от этого всего. Это похоже, может быть, с нашим шоу-бизнесом, но это абсолютно две разные вещи. Да, музыка, да, ритм, но это совершенно другая, да, жизнь. Да, да, конечно, вообще. Абсолютно согласна. Я тебе желаю удачи, чтобы в финале твой партнер по танцам занял действительно... первое место. Спасибо. Юля, скажи, пожалуйста, что касается сольной деятельности, мне безумно интересно, насколько вот твоя жизнь, из чего она состояла после группы «Тату». Вот какие были первые мысли, когда все, распался коллектив, его нет, что дальше делать? Ты знаешь, было это все осознанно, и, собственно, распались мы как-то, ну... Просто прошли годы, прошло там 10 лет, и ты понимаешь, когда тебе там уже 20... Сколько мы расстались? В 2009 году... 24-25, когда ты, в принципе, уже не та девочка в школьной форме, и когда, да, уже, да, целоваться на сцене, это когда уже дети,
все это как-то вот, ну, начали расходиться мнения, мы начали взрослеть, у каждого появилось свое «я». И в тот момент я была влюблена, у меня родился второй ребенок. Я вот просто 4 года, можно сказать, вот вообще абсолютно ничего не делала. То есть я была вот дома, дети, то есть прям любовь. Домохозяйка прям была. Дома. Да прям вот дома. Даже никаких песен не записывала. Спортзал, вокал. Вот. Мне просто вот хотелось какого-то, наверное, вот внутри вот уединения, просто покоя. Быть любимой, домашней, хозяйство, покупки за продуктами съездить. Это такой был кайф. Там елку нарядить на Новый год, когда это не было этого в жизни. Какая елка нарядить? Не было просто времени на это все. Я помню, когда мы на гастролях, но на Новый год работаем, значит, куранты 12 бьют, и мы стоим на кухне, в каком-то ресторане просто на кухне, там выпиваем кто что, кто шампанское, кто там водку, я не знаю, кто коньяк. Я себе представляю, ну, то есть наверняка то же самое. Конечно, все это было так же, не было. Хотелось домой, хотелось к маме с папой, хотелось просто вот, знаешь, человеческого сесть с любимым человеком вот с бокалом шампанского, перед телек, посмотреть новогодник. И вот оно у меня, собственно, после тату, вот, была эта пауза, была эта любовь, было это все. А потом как-то, ты знаешь, все равно вот прошли эти годы, я понимаю, что вот без этой всей суеты, без этих поклонников, без этого я все-таки не тот человек, я не создана, наверное, для того, чтобы мне сидеть дома, варить борщи. Конечно, ты не создана. Да, я вот начала в том году буквально, мы начали с Димой Биланом, вот мы выпустили песню, Юрмала вот была, вот как-то все это у нас закрутилось, завертелось, но опять я себе решилась наконец сделать операцию на голосовые связки. Что все это было тянулось со времен вот тату здесь еще. Здесь я тебе точно не завидую, конечно. Да, ты знаешь, я не ожидала, что это так все долго-надолго затянется. Потому что мне казалось, что сейчас вот там месяц, два, три. Да. И, собственно, вот уже больше года я вот с этим всем мучаюсь. И понятно, что пока сольный проект, он приостановлен. Потому что, ну, писаться я не могу в студии. Но зато я начала заниматься обувью. Расскажи, пожалуйста, от кого поступила идея? Просто подруга меня свела с людьми. Вот как-то мы встретились и вот обсудили, что... Вот у них есть вот такое вот еще вот с обувью что-то связанное. И решили меня взять вот как лицо, как подписать лицо. Вот в это все. Но, собственно, я принимаю активное участие в этом. То есть прям в дизайне? Прям в дизайне. То есть я прям присылаю фотки, то, что мне нравится. Потому что я сама фанатка. Ну, как мы все женщины, мы любим все туфли. Первое вот мы запустили уже, первое вот буквально линию, недавно. Да? Линию, да, с сентября у нас была презентация в Москве. Мы сделали, ну, как бы, чтобы, знаешь, чтобы не терять время. Да, конечно. Вот давай, приезжай конечно. В Москву, приедешь в магазин, тебе подарю. Выбери что-нибудь. Я обязательно приеду и с удовольствием что-нибудь одену, потому что туфли действительно классные. Скажи, пожалуйста, вот ты говорила, что вот когда ты дорожала первого ребенка, у тебя не было такого перерыва серьезного. То есть ты практически сразу вышла сразу, на сцену. Сразу. А тут ты говоришь, что прям 4 года сидела дома. Семья вот. И с папами детей у меня не сложилась. Но, ты знаешь, я абсолютно ни о чем не жалею, потому что я и с каждым из них я общаюсь. То есть мы как-то, ну, в любом случае дети растут, мы периодически пересекаемся. Вот я сейчас живу с двумя детками, с нянечками. У меня уже старше 9 лет, а сыну вот сейчас будет 27 декабря 6 лет. Слушай, получается, ты у нас мать-одиночка? Получается, что так. Первый молодой человек, с которым я вот, мы вот 4,5 года были вместе, мы расстались, там другая семья появилась, жена, дети. А второй папа ребенка тоже как-то получилось так. Я думаю, что там больше все-таки какой-то, наверное, молодости, безответственность какого-то такого юношеского еще отношения. Но у меня есть молодой человек, с кем я много лет вместе. И для него дети мои, наверное, стали его детьми, и он для них стал вот папой. Слушай, мне кажется, это самое главное. Он просто, ты знаешь, он совершенно не из шоу-бизнеса, он совершенно абсолютно вот творчество это не его вещи, ему абсолютно все равно, кто что говорит, сколько у меня было молодых людей, от кого у меня дети, есть я, есть мои дети. Для него это главное. И вот я безумно, на самом деле, ценю эти отношения. Он уже достаточно, ему 34, то есть он уже, скажем, вот этот возраст мужчины-гуляки, он прошел, переходной да, возраст, да. Он уже как бы готов вот к этой семье. То есть, насколько я понимаю, Новый год вы будете все вместе, дома отмечать. Да, будем семьей, да. Вот именно в домашнем такой, я очень люблю, в знаешь, домашней атмосфере. Я очень люблю накрыть стол, оливье, селедка под шубой, мандаринчики. Это просто классика. Шампанским. Я люблю вот так, ко мне приезжает мама с папой, бабушка у меня еще жива. Я люблю этот день, вот он... Знаешь, я считаю, что это семейный день. Это не день, когда ты идешь, там многие себе снимают там столы в ресторанах. Нет, это вот я вот дома с детишками перед телевизором, голубые огоньки, пойти там салют на улице. Это вот про меня. Юленька, ну я с тобой прощаюсь, надеюсь, ненадолго. Мы а не хочется прям я так обязательно прощаться. К тебе приду в магазин. Обязательно, да, приезжай, и приходи. Что-нибудь интересное куплю. Не хочется прощаться. Давай просто скажем друг другу до свидания. Да, до свидания. До новых встреч. Пока.